Non. Les bols, les aiguilles, ils sont censés être amorcés. Et comment ça se fait que tu mets autant? Il y a encore le puissant qui est tout ça, 8000. Ouais. 5 à 7, 6000 à Damien. Ça va. 5, je sais plus, après l'école. 38. J'ai un premier. Après, c'est parce que t'avais dépanné aussi, ça. À 5000 à ma mère. Aussi. Так, ладно, давайте я уберу маску. Может, без нее лучше будет? Ouais. Ну, по крайней мере, сегодня, потому что я без прически. Oui, mais ça va vite. C'est pas ça, c'est juste en général. Déjà, je paye pour tout le monde, tout le temps. Toujours. Donc ça, quand même, c'est beaucoup. C'est moi, j'ai remarqué, dès qu'on repartage les notes, j'ai un produit. Новый год я буду отмечать в Москве. Ой, в Москве, говорю, с Бетти. Я сейчас еду в Москву, беру Бетти и обратно в Монако возвращаемся. Ну, по крайней мере, так планируем, но я... Can you smell this? No. No. Руки старого пердуна. Как некоторые женщины пишут. Мяу. Так, смотрите, я ничего не трогаю, он ко мне само в руки идет. No, don't kill him by the water. Vincent, why you kill him? Why you kill him? It was for sake, for memory. That was never seen. And you're scared? With the song? I don't know, I'm not the people, I'm not, I cannot listen with them together. Y'a rien à attendre avec la musique. Partager quand même, ça te fait des économies. Ой, у меня нос опять не дышит. Маленькая кошка. This guy is... No. Это не он. Это Мэтью. Наш друг Мэтью. А, кстати, это реально смешно. Представляете, короче, мы пришли в заведение. Заведение, к чему я это, и я сижу на стуле, и получается, что этот стул и я немножко пантерный. Чуть-чуть этот разлетелось. Так, ладно, я сейчас покажу. Почему боюсь показать свою пару? Нет, не за Валеру, у него просто работа серьезная. Ну, вообще-то, ну, не хочу и потом херово знать. Что будет? Take a video. Вот он, вот он, вот он. Как бойская.
Так, ой, смотри, как здесь красиво. Ой, зеркало. И вот зеркало. Везде зеркало, господи. А где я-то? Как мне себя увидеть? Сейчас покажу. Сяду здесь с мишками. Блин, мне так тяжело дышать, если честно. У меня капли далеко-далеко. А, вот здесь же зеркало. Надо платье хорошо застегнуть, слишком длинное оно мне. Вот такая мне длина подходит. Ладно, пофигу. Блин, туфли испортила очень сильно. Смотрите, как... Ага, вон он, видите, мой ковбой пошел, пошел, пошел. Так, блин, очень сильно туфли испортились. А какого черта ты такая колхозница? Это, между прочим, в этом году самый модный прит – это тигр Пантера. Ой, смотрите, какая собачка. Тоже пришла в ресторан. Ой, их даже две. Вы задолбали уже со своим Валерой. Вы что, блядь, идите к своему Валере и пишите ему целыми днями. Вам от меня что надо? How many people? Now 1,000. It's not well. It's a different. You see, will I stop? Wait. Сейчас я зайду заново. Wait, no one is here. Let it do later. Do the same. Wait. How is Betty? Who is this guy? Do you love Valera? Yeah. Where is your ex-husband? Why are you another guy? Tu y es, Mathieu? Je suis là, j'ai envoyé un message. Straight? Yeah. No. Little bit late. Il y a du délai. Du délai. Il y a du délai. Du délai. Quand est-ce que c'est? Nice. You put your face. Видите, он сам чуть-чуть показался. Just one. Один глаз он показал. Он только что показал один глаз. Свой старый глаз. So he just show you his old eyes. Короче, мы знаете, как прикалываемся из-за того, что теперь... Там кто-то написал, что он дед, типа, пердун старый. Я теперь его всегда дедом пердуном называю. They say, like, show us two eyes. Ils sont plus maintenant, ils sont bientôt 1000. Tu peux leur dire, dis-leur que quand ils seront 10 000, je vais m'en crever ma tête. On va dire à 10 000. Show two eyes. Have you seen
Винсент говорит, что если 10 тысяч человек сейчас в эфир зайдет, то он тогда покажет два глаза. You know what they think about you? They think two words about you. Or you are Arabic because they think like your accent is Arabic accent. So like, what the fuck are you? Arabic? Yes. And for me, I was like, you know how angry I was? Because like, you know, I don't like them. I was like, what? He's a typical French, but nothing from Arabic. I don't like what they're saying. So for my followers, you are ugly Arabic and old. Everything what bad can happen, it happens. Everything what bad can happen to you, you know, I wish you this ugly, fat, Arabic. Say. Ой, музыка шикарная. Хотите, покажу, кто играет? Сейчас покажу. Ну, хотя, блин, лень, если честно, вставать. Вот, сейчас покажу. Малышка, в моем сердце вспышка. Спасибо. Да почему над вами ржу? Я ржу просто с того, что потому что мне многие женщины писали одну... что типа он старый, пердун, там туда-сюда всякие гадости. И поэтому мы и ржем, потому что все самое херовое, что могло произойти типа с тобой, тебе уже пожелали. Вон Винсон эту фотографию обработал специально для вас. А потом ты хочешь, чтобы я с тобой общалась. Я такая странная вообще, я просто херею с тебя. Вот потому что тебе я ничего не отвечаю, потому что ты говно какое-то там. Что? I'm serious right now. Matthew, we can be together. Okay, right. I will read. I think it's you. It's him. Okay, right. I will read. Это друзья моего старого пердуна, вот такой же старый друг. What are they saying? They are saying I don't know a lot of things about my teeth, about him, about you, about my daughter, about everything. Okay. Платье я реально выбирала, but they say like you wear this dress special for this chair. Advertising to Matthew. But people don't see this. See? Bad. Ça c'est bon. Say to follow me. Так, значит, у Matthew есть страница. No, wait. Your phone is so old. Thank you. No, it's okay. No, wait. Так, сейчас я типа подключу Мэтью, подожди. Короче, Мэтью нужна невеста, мы ищем для него невесту. Также подписывайтесь к Мэтью.
Так, это Мэтью. Вам нужно подписаться к Мэтью. Блин, у меня вообще нос не дышит. Так, Мэтью, write your name. My name? Да. Сейчас Мэтью напишет, как его зовут. О, someone write you, Мэтью, hello. Я обратно тогда дам, чтобы у тебя все было хорошо, ты достойно этого, блин, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Баба. Say, woman's like already ready. My full name. No, no, you could like, no, your page. I already tell you, I already tell them that your name is Mitch. Yeah. Посмотрите, Мэтч, вот свою границу спину, вот. Ah, they say, open your page. Okay. Oh, no, we can go in out right now. We can go close. Но он чуть-чуть попозже откроет свою страницу и покажет. И откроет свою доступ. We should be open for everyone. Oh, tomorrow is night. Oh, really? Yeah. Нет, это не было для тех, кто будет молодого человека. Мэтью, ну как два года, работали в хорошей компании. They say like you are Matthew, you are 22 years old, you work in a good company, and what else I should say about you? Can say he's tall. He's tall. Oh, no. Он высокий. Live on the French Riviera. Живет на французской Ривьере. Во Франции. I don't know. What you want to say? Короче, просто, кстати, Мэтью правда очень хороший. Вот он очень хороший. Вот еще у нас Александра хорошая. Ребят, они такие хорошие. They say it's echo because we're together. Oh, okay. If I put this like this, no sound. Это не мой колокол, это друг моего, это друг моего парня. Some woman said, can you give me this handsome guy? I can cook very well. I can... If she cooks, it's okay. She can cook, she can clean the house. She's not looking for a cleaner. She's looking for love, it's different. Someone would like to party. Чёрный бук вечеринки. Тата, он богач, но на самом деле вот он не очень, потому что там вот этот парень, он работает на моего парня. Ну вот Мэтью. Он ему помогает, ну как бы Винсент его взращивает. Ну-ка еще молоденький. Да, может, 22 года только. Но он еще не успеет. Не очень, как человек реально очень хороший. Ужасный. Там на супере себе, только это не мой парень, зачем мне это для себя? Мой парень намного красивее, кстати, намного раз лучше. А какую картошку? Спасибо.
Привет, я его знаю за гороскоп рыба. Мы эти разговаривали, когда я знаю, это не мой парень, это просто мой друг. A lot of people write about that your page is closed, so you should open it. Mine? Yeah, your page in Instagram is closed. Oh, okay. So you should open it for everyone. Yeah. It's okay. Ma page est imprimée. Je vais le faire charger là. They add me and I put it in Google. My page. I cannot add you. Ah, after? Yeah. Okay. Ah, yeah, we have a picture from last night. We have a picture from last night when we was in a big restaurant. We have a good picture, yeah. Yeah, I'll show you later. You give me? Yeah, of course. Нет, ненадолго. Сегодня вечером уже улетаю. Ну я вот неделю назад была, потом опять прилетела, сегодня опять улетаю. И на днях опять прилетаю. Короче, у нас все. How many languages do you speak? You're so beautiful. You love your ex-husband. Could you please translate what you're talking about? Where did you save your earrings and jewelry? Then you're so good. You're so beautiful. Do you work right now? What is your work? This is, I have my name, it's just like something from Instagram. Why did you come to a restaurant and sitting on the phone? Where is your ex-husband? What's going on? Can you please don't talk? When are you gonna show us your boyfriend? Which languages do you talk with each other? Are you listening? Yeah. No, never. Каково быть в отношениях с иностранцем? То нормально, я до этого питаю, когда жила, я тоже с иностранцем встречалась. Так вот, с русским у меня только манера. Вообще, на самом деле, мне всегда выросли с иностранцами. Мне лучший друг француз, лучшая подруга француженка была, ну как была, она и есть. Я очень мало общалась с русскими в основном. Now this is the time I love you. Now you know what to say. Now it's a new story. I'm not posting your pictures because you have a wife and blah, 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 blah. And that's why, I'm not showing your face. Because I'm a lover. Yeah, this is Tata, you're a lover. What is it? Ah, it's like the people who wants to talk with me in life.
I can choose whoever, you know, it's like, I don't know the people, but I can like... Maybe you can each take one to one. Yeah. So the seat. And like I was looking with Matthew right now, it's the same. Okay, and this video is... it's in your phone or in your Instagram? This video? Yeah. On your Instagram for 24 hours. Ah, after it's deleted. Talk to themselves. Matty, good evening. Ah, someone texted Matty, good evening, dear friend. I do in search of my man, if you don't mind me. What? I think it's your friend also, man. He's a bad translator. Okay. I think. I do my Instagram in public. Yeah. So everyone can add me. Good evening. Les gens qui veulent faire des trucs comme ça. Ok, let's try. Choose someone. Давай попробуем. Так, привет. 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 Как дела? Что? Где? Что? Где малышка маленькая? Плохо слышу. Плохо слышу. Бетти, где Бетти? Бетти дома. С дедушкой, понятно. С моим папой. Дедушкой, с моим папой и с моей тетей. А ты в ресторане, да, где-то? Да, я сейчас в ресторане. Да, я сейчас в ресторане. Понятно. А я в Ярославле, в гостинице. В Ярославле. Я в Ярославле, в гостинице. А, ты в Ярославле, в Ярославле, в гостинице. Да. Как тебя зовут? Ваня. Что ты делаешь в Ярославле? Делаешь в Ярославле, Ваня. Так, просто приехал отдохнуть. На один день. А? Ты ярославский турист? Ну да, типа того. Думал, Задойного увижу, его здесь нет. Что? Задойного здесь нету. Это точно. Ладно, Ваня. Он в Сочи. Я рад. Все, пока. Привет, Ваня. Желаю тебе отличного отдыха. О, Des joueurs au hasard. Oh, c'est génial. Tu leur donnes la chance de leur vie. Ça leur donne un moment de gloire. Matthew, if you don't mind, can you write to me, please? Christina 2551. Christina, yes. you don't have your pictures. You should post your pictures first, and then we will go to your page, and we will decide. Christmas, you have a surprise. Where's my surprise for Christmas? Where's my surprise? It's not possible to tell this. Why? Why? Where's my Christmas? Я так жду свой новогодний подарок. What is it? I don't know why I'm gonna
Он хочет, чтобы я приехала на выпад с ребенком, а я бы не отрываюсь. He's 45 years old. Ну, даже, вы знаете, ну, как бы, потому не 45 далеко, но вот даже если бы ему, допустим, было, там, ну, что-то, ну, это, ну, все это нормально, так говорить. Важно. Я говорю, не что ты мне подаришь, да, что ты мне подаришь на Крисмас. Потому что он мне говорит, я знаю, что подарок есть, но не знаю, что именно. Я прям его жду. Он что-то заказал, и я не знаю. Я пытаюсь угадать, что это за подарок. Но я ему тоже подарок уже купила, но тоже ему пока не говорю. Таточка, тебя не слышно? Меня никто не слышит, да? Боржоми в нос закапай. О, кстати, я никогда об этом не знала. Слушайте, я ничем не хвастаюсь. Вы считаете, что это как бы сидеть в ресторане, это хвастовство или что? Я не могу понять. Что вот хвастливого здесь или что? Это такое вообще такая дичь тупая просто. Девор, не думай, ты ходит мне маленькая кошка. Девор, ты маленькая кошка. Дай. Дай, моя... что дай? Что дай? Поцелуй, моя маленькая кошка. Поцелуй? Я тоже подсела на твои эфиры, блин, спасибо. Ну, завтра я уже, сегодня я в 4 утра буду в Москве. Вот. Собираю вещи. Блин, короче, знаете, какая проблема? Вообще, мы должны были с Бетти вместе прилететь. Так получилось, что мои тети вовремя не успели визу поставить. Винсент нашел мне здесь няню. Ну, я просто побоялась, вдруг Бетти не останется с ней. Сейчас мы опять ставим моей тете визу, чтобы мы могли вместе прилететь. Как вы задолбали с этим старым пердуном? Да что ты в рот вам ноги? Даже, в принципе, если бы он был старый пердун, какая вам разница? Слава богу, мне повезло, как бы он не старый, ни хера пердун, очень-очень красивый, но... Блин, такие гадости говорить, ну, мне нормально. Просто даже если бы это было так, возможно... Ну, у меня вот Валера был старый пердун. Чем он не старый пердун Валера? Так, и все, что не делается, все к лучшему. На самом деле, это да. Но это не важно, это значит, никто никогда не дает гарантии, что не знаю. Я тоже выходила замуж, что думала, что все будет идеально. И сейчас тоже как бы я наслаждаюсь сегодняшним временем. Ко мне очень хорошо относятся, мне... Я не знаю, я чувствую себя женщиной, ухаживаю за мной, дарят тепло, любовь, и мне это очень нравится. Поэтому разве это... Я не знаю, к чему это приведет, и что с этим будет в дальнейшем, потому что никогда не знаешь ответов, но почему я должна как бы быть несчастна и отказываться там... Вот, не то, что как это правильно сказать, не от любви, от...
Ну, блин, я столько времени пробыла в браке, и мой муж жизнью мне так и не интересовался, и мы с ним в жизни столько не разговаривали, сколько мы разговариваем с Винсентом, общаемся, и он всему интересуется, все, что связано с моей жизнью. Не знаю, ну, блоги, например, одежда тоже. Если я Валера спрашивала, там, чего-то надеть, там, чего вот это, как это подстал, я ничего не знаю, Винсент всему интересуется. Как я оденусь, ну, как бы, какое платье подберу, туфли, помогает подбирать колечки, там, сережки, маникюр вместе выбираем, мы все вместе выбираем. И мне это очень нравится, кстати. Я не знаю, к чему это приведет, я не говорю, что там мы, все уже у нас, там, 15 лет отношений, и все, это вот навсегда. Я не знаю, никто не знает никогда. Поэтому... замужество, хочешь я за него замуж, я только развелась, пока я не готова. Знаете, когда я вышла замуж, я даже жалела о том, что я была замужем официально, поэтому не знаю. Ну, потому что, ну как сказать, я его не скрываю. Если вы считаете, что людей скрывают, потому что они жирные ублюдки, ну не знаю. А, у меня ушки болят, блин. Ушки болят ухо. Это сережки из Saint Laurent. Вот, видите? Из Saint Laurent. Болючие, капец. А-а-а. Знаете, как болючие? Знаете, когда они стали больше, когда я их сняла, и так кровь поступила в уши, начала поступать. Просто у меня уши, это клипс, типа. Мне Блюм ничего не оплачивает, мне Блюм дает 50 тысяч рублей в месяц, и каждый живет по-своему, просто для, да, для большинства людей в России 50 тысяч рублей, это как бы кажется, что огромная сумма, но у меня вообще другие растраты, и другой, как это объяснить, другие финансовые расходы, и мне его 50 тысяч не так уж и сильно помогают. И то он даже не хочет уже не давать, потому что у меня, типа, есть мужчина. Это же какой-то бред собачий. Так, что там 22-24, я не поняла, вы про что? Tata won't forget me. Я подумаю. Ой, смотрите, как красиво. Смотрите, смотрите, я сейчас что покажу. Блин, я обожаю Европу за это. Вы смотрите. И собачки здесь, и детки здесь. Все здесь. Look, 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 Винсент. Little girl, that's it. It's good for yeah. Да, получается, что мой новый мужчина должен содержать моего ребенка, понимаете?
вообще, почему кто-то должен кого-то содержать? У нас как бы, ну, я не знаю, почему. Мне Валера сам не содержал во время брака, а сейчас почему читать? Я сейчас буду содержать. Ну, ребята, на 15 тысяч то, что люди живут, я не знаю, все люди живут по-разному. Ну, давайте, ну, Россия большая страна, везде зарплаты разные, города разные, жизнь, уровень жизни разный, желания разные, мечты разные, все разное. Мне 15 тысяч, например, но мне ни на что не хватит. Ну что мне на 15 тысяч сделать? Мне бензин заливаю каждый день на 2,5 тысячи рублей. Ну что мне сделать, когда... Да, у него есть дочка, ей 4 года. Но он никогда не был женат. Он очень хорошо помогает этой девочке, она красавица. И мы сейчас собираемся... Мы сейчас, короче, хотим запустить здесь, во Франции, магазин детской одежды. Ну, только не магазин, а как веб-сайт сделать. И делать одежду, короче, для мамы и дочек. Типа модель буду я и наши две дочки. Беатриса, Виктория и он. Что-нибудь такое. Ну и типа одежда... Вот. Одежду, короче, будем делать мама и дочки. Ну, я не знаю, он так хочет, я, если честно... Что? Let me go, because I will take my... Many things for nose. Место, ой, это место офигенное, сейчас вот красиво там. Блин, как мне здесь нравится, я просто влюблена. Я влюблена в этот город больше, чем в кого-либо. Реально причем. Так, где наша машина? Прикиньте, я забыла, где припарковалась. Как... А, нет, вот она. Как всегда, вот это. Я никак все упаковали. Мы просто прилетели, мы были в Монако, а сейчас прилетели в этот, в Каны. Не прилетели, а приехали. Так, вот мои капли в нос, подожди. Блин, это пустые, что ли, капли? Подождите. Это, походу, пустые капли. Блин, я сейчас задохнусь, мне нельзя. Мне нельзя так жить сейчас. Сори. Ой. Мы сколько? Несколько месяцев. Тата, огонь, девка и Саша Бортич. Какая Саша Бортич. Блин, где вот только что мне Мэтью дал? А, вот все, нашла. Ты полтюбика, а он нет, я не полтюбика, он пустой наполовину. Блин, я уже просто, я не знаю, что с этим делать, чтобы избавиться от этой, от этого вонючего насморка. Так, смотрите, где мы находимся, сейчас быстро покажу. Это вот такой ресторан. Мы в отель приехали, потому что мы сегодня прилетели в Каны. И, блин, почему я с ним говорю прилетели? Здесь Кот д'Азур, он как бы очень маленький. Поэтому мы не прилетели, а приехали. Блин, прикиньте, вот у меня... Блядь, блядь.
Пиздец, что я сделала. А, нет. Блин, знаете, я сейчас еще подумала. У меня просто дома одна и та же проблема. Вот поэтому, вот смотрите, мои ключи от моей тачки, они висят вот здесь, в моей сумке. Вот. Моя проблема, я их повесила на сумку, потому что я всегда, короче, когда открываю багажник, что-то сюда кладу и забываю про ключи и закрываю багажник. И сейчас, короче, когда я закрыла дверь, я поняла, что я кое-что забыла. И смотрю, короче, я в ботинке положила ключи от этой машины. И просто сейчас чуть не охерела. Хорошо, что я... Потому что если бы я... Мне просто в 4 часа утра самолет. Если бы мы не могли открыть дверь, мы бы до дома точно бы не скоро доехали. No, close. Сейчас я вечно ты фигня с ключами, блин. А что машина не закрыла? Странно. Блин, только я могу там. Не знаю, у меня почему-то вечно прям проблема, прям постоянно, на постоянной основе. Я всегда забываю ключи в багажнике. Так, вы, блин, одни интеллектуалы собрались. У тебя зависимость от капель? Ой, вы что, у меня не то, что зависимость, у меня это зависимость 80-го левела. I don't know when I close. When what? I close, but this one. Yeah, but the thing's not close. Really? Yes. It's a little strange. You understand? Yeah. I will see. Yes, yes. Here. Check it, please. У него Ferrari и Mercedes. Красный Ferrari. It's not the story. Asking which kind of car you have. I said, like, you have two cars, one Ferrari and one Mercedes. What kind of Mercedes? Короче, у Винсента красный Ferrari и вот этот Mercedes. И я, честно сказать, люблю больше Mercedes, потому что он реально комфортный. Вот у Ferrari это, конечно, круто иметь, чисто, наверное, ну, для понтов. Когда мы ездим, конечно, это очень красиво, все нас фотографируют. Это, ну вот, смотрится круто, чувствуешь себя прям какой-то голливудской звездой, потому что, ну, действительно, без внимания не остаешься, все реально на тебя обращают внимание, все прям фотографируют, смотрится, это все очень круто смотрится. Ну, да и внутри она хорошая, ну, блин, как-то, мне кажется, Мерсу, конечно, не такой крутой все равно, как этот, но, блин, он почему-то я больше люблю. Да-да-да, он очень стрёмный, поэтому я его прячу. Я операцию не хочу. Вы мне и так все пишете, что у меня нос. Я делала операцию, но у меня ничего не изменилось. Я когда пришла на проект, такая ушла с таким же носом. Да, я пользуюсь услугами косметолога, но как бы прям операция. У меня даже грудь. Ее вообще нет. Сейчас Винсент так на меня посмотрел. Он не понял, почему я показала свою грудь. Что? Ничего. Что? Чат такой? Да. My earring's not straight. Мы познакомились, мы с ним познакомились здесь. Вечно руки тянет, что за прикол? Ну потому что, я в эфире сижу, ему хочется мне. Amazing. I love it.
to go to watch a ballet. Ballet? But it's Paris is going to be nice. But in Paris, it could be amazing. But we cannot right now. It's too much yellow people. Ты хочешь избавиться от этих секрей? Ну, если честно, очень хочу. Мне так отлично. Возьму сегодня в 4... Сегодня выезжаю ночью. Ну, вот мы... Сейчас мы в Каннах, поедем в Ниццу. Потому что я туда из Ниццы вылетаю. Я еду в Москву и потом на Новый год обратно. Ой, я не ною, у меня просто уже паника начала. Ой, курить, говорю, дышать. Что-то не то ляпнуло. Вот кто спрашивал, какие у него машины. Вот они, две машины. Вот это черный и вот это красный. Ну вот это мы на это мы только когда хорошую погоду берем. Я уже капли, уже 2 года без капли не купилась. Я вообще знаю, что хочу. Я хочу кольцо. Потому что мне не хватает кольцо. You know what I say? So empty fingers. Empty fingers. Empty. No, empty. You see, like, I have this hemp bracelet here for chest, and my finger is empty. Yeah, yes, I need a ring. Because I take my rings off. You know? Почему магазин, он будет общий, потому что мы его вместе будем делать. Потому что он будет делаться через мой инстаграм же больше. Ой, да, я очень конченая, конечно, что Катя попросила. Это вообще, да, конченая с 80-го левела, я тут ничего не могу сказать. Так, ладно, короче, пойду я, а то я уже долго здесь сижу, мне уже зовут. Все, короче, мы... Я пошла, целую вас, обнимаю, люблю, буду почаще заходить, сегодня пойду в аэропорт, обязательно тоже оттуда зайду. Господи, он тебя... Ну и что? Ну, допустим, и что? Ой, ладно, а как вы достали? Ну, что за говно из вас пьет, а? Чуть кого-то приносит. Столбай. Тебе что, там скучно постоянно в эфире? Нет, мне не скучно. Просто это поднимает мне статистику в Инстаграме. Когда захожу в прямой эфир, поднимает мне статистику. Больше рекламодателей меня видеть. Но это тоже моя часть работы. Я сейчас приеду в Москву, там будет холодно, я не, мне там не интересно будет выходить, потому что я там буду сидеть. А, хотя я не буду сидеть дома, у меня времени на это нет. Я все время дома за рулем, мне уже достала эта машина. Все, короче, мы побежали. Я вот целую. Goodbye. Все,
всем пока. Вот видите, вы его чуть-чуть видите. I'm gonna wait for they're gonna write because I wanted to say them bye. Ну что, вы его чуть-чуть видите? Так, подожди. Такой красивый. Someone said that you're handsome. But really, really little, but handsome. Красивый. Да, он очень красивый. Он вообще очень красивый. Мы, кстати, очень с ним похожи. Вот что самый прикол. У нас вот и глаза одинаковые, вот такие. Здесь чуть большие, а потом вот здесь маленькие. И носики тоже у обоих острые. Нет, ему не 20, ему 32. Без глаза? It's a new story. You already know this. We don't have one eye. Инвалид. Да, ребят, он дебил и инвалид. Wait. Подождите, сейчас он пока. Все, короче. Почему нет глаз-то? Все, короче. Так, все, ладно, целую, пока. Да, потому что, конечно, у меня смех как у бабки, потому что он дедушка, я бабушка. Это нормально у нас в семье. Я просто его бери. Все, короче, давайте, мы пошли уже, надо идти мне, все, пока-пока.